Мария Фикачкова, чехословацкая серийная убийца. Родилась в Сушице, бывший Шутенхофен, западная Богемия, Чехословакия, 9 сентября 1936 года. Выросла в неблагополучной семье. Ее брак также не удался. Она работала медсестрой в больнице, была акушеркой. В 1960 году была взята под стражу по обвинению в убийстве новорожденного. В ходе расследования она призналась в убийстве по крайней мере 10 новорожденных. Начиная с 1957 года, она стала бить своих жертв по голове, в результате чего они умирали в течение нескольких часов или дней. Мотив для убийства так и остался неизвестным. Мария была обвинена лишь в двух убийствах, другие доказать не удалось, и приговорена к смертной казни. Она была повешена 13 апреля 1961 года в Праге. Ей было 24 года.